Это первый день твоей новой жизни. То, что было вчера, не имеет значения. То, кем ты был прежде, уже никого не волнует. Теперь важно то, кем ты будешь сегодня. Что ты знаешь о себе? На что ты способен? Вопросы могут остаться без ответов, но разве ты сможешь потом спокойно спать? Узнать себя, познать границы своих возможностей. К черту границы! Ты готов ломать себя до изнеможения? Каждый день здесь боль закаляет. Шрамы, повседневность. Это ты решил себе что-то доказать. Командир здесь только для того, чтобы ты мог увидеть в нем врага, потому что без врага нет боя, а без боя нет победы. Но на самом деле, главный враг — это ты. Вчерашний ты. Твоя задача — выследить врага, догнать его, превзойти, стать лучше, чем он, и вернуться назад победителем. Потому что завтра — первый день твоей новой жизни. It begins in California, with a little girl raised by two moms. I also marched for equality. I like to think I've been defending freedom from an early age. To marry my other mom. With such powerful role models, I finished high school at the top of my class, and after meeting with an army recruiter, I found it. A way to prove my inner strength. I'm U.S. Army Corporal Emma Malone Lord, and I answered my call. This is not a joke. You know what the trenches told us the greatest threat facing America? Global warming.